Весной 85-го года по телевидению впервые показали «Гостью из будущего». Здесь же настоящая тайна. Ты сам потом себе не прости. Всю следующую неделю миллионы советских детей жили событиями этой истории. Вы понимаете, я за кефиром пошел. Не быть тебе полководцем. Простите, вы с какой планеты? Я из будущего. Фильм сделал звездами исполнителей главных ролей. «Гостья из будущего». На канале «Наше любимое».